Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на юг России. Это прекрасный Краснодар. Это МЛБ 34-й тур, заключительный, к сожалению. Однако сегодня мы посмотрим матч между Краснодаром 2 и Шинником. Будет там играть уже в группе, в лиге 2Б. Как вы знаете, прошла реформа второй лиги. Там защитники Краснодара справлялись. Так, смотрим момент. Удар по воротам. Денис Вамболь в работе. Комбинационный. С большим количеством малых и средних передач. Вот с такими комбинациями. А почему же не отдать и штанга? Максим Кутовой. И все-таки мяч в воротах. Забитый мяч Краснодара на 33-й минуте выходит. Вперед хозяева. Вот стоило заговорить о красивом футболе. Так Максим Кутовой забивает свой первый мяч в первой лиге. Еще одна проникающая передача. И здесь классный пас. И был ли офсайд, в этом весь вопрос. Есть подача и 1-1. Но мяч не засчитан. Почему? Офсайд. Офсайд. Чугура, у него хорошая левая. И удар в дальний угол. Еще один хороший момент у Краснодара. Снова позволили Шинника пробить. Мягкий заброс, и Самойлов выскочил только внезапно из-за спин защитников. Вот как раз Устав Литвинов. Объекты инфраструктуры, которые имеются. Такое. Хорошая передача. Холназаров. Убирает соперника на замахе. Бьет 2-0. Рустам Холназаров. Браво. Классная атака. И Хичаева убрали на замахе. И потом пробили неотразимо в дальний угол. Но больше шансов не было. Холназаров забивает второй мяч. Неплохо. И удар Чуканова. И еще один удар. И будет угловой. Уже будут играть строго под этой атакующей группой. Касание разыгрывают. Очень красиво. Очень красиво. Браво. Никита Гетьман забивает. И вот такой реверанс. Для болельщиков это настоящий праздник. 3-0. Попов сам исполняет перекладину. Вар Попов. Его, или это Холназаров. Давайте пройдем их с кайфом. Подача. Прямо в руки Вамбольку. Ой-ой-ой! Атакцион. Щедрости в исполнении Дениса Вамбольта и Вячеслав Литвинов. Капитан, капитан, улыбнитесь. Это флаг корабля. 4-0. Наслаждаются игроки Краснодара этим матчем, этим футболом, в который они играют, футбол, в котором у них все получается. Все, друзья, это финальный свисток. Краснодар вот так вот громко хлопнул дверью. 3 победы подряд.